Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. С 2019 года начинается новый проект по обновлению систем водозабора в населенных пунктах централизованным водоснабжением. Об этом в минувшие дни сообщил глава региона в своем личном блоге. Цитата. «Нам удалось войти в государственную программу «Чистая вода» и защитить 558 миллионов рублей федерального финансирования». Название программы говорит само за себя. Чистая вода – это наше здоровье. В Туве вода отличная, это все знают. Но вот трубы, по которым она поступает, системы очистки и прочее оборудование – все это устаревает с каждым годом. Конец цитаты. Особое внимание нужно водопроводу в Хавуаксы. С чего и начинается работа в будущем году. Дальше на очереди с 2020 по 2021 годы водопроводные сети Кызыла, Агдавурака, Шаганара, а также Байхака и Чахоля. Контроль за пассажироперевозчиками продолжается в усиленном режиме. Транспортный отдел Департамента городского хозяйства мэрии Кызыла информирует о том, что ведется ежедневный контроль за графиком работы пассажирских транспортных средств на территории города, а также на отдаленных участках столицы, таких как Спутник, Левобережные и Правобережные дачные общества и Вавилинский затон. Накануне в ходе рейдовых мероприятий, проводимых сотрудниками мэрии столицы, выявлено, что маршруты номер 12 и 19 вышли на линии в недостаточном количестве. 12-й маршрут на данный момент работает в количестве 12 единиц вместо 15, а 19-й – 5 единиц вместо 10. Таким образом, данные линии пассажирских перевозок взяты на особый контроль. С водителями и кондукторами будут проведены также профилактические беседы в целях недопущения нарушений в сфере пассажироперевозок. В целях разрешения сложной ситуации с травяжом волками поголовья домашнего скота в Сумонах Эрбек, Баянкол, Черби, Карахак и Шамбалык Кызылского района создана мобильная рабочая группа из 7 сотрудников Госкомохотнадзора Республики Тыва, которая обеспечена всем необходимым для регулирования численности волков. Также районным охотоинспекторам дано поручение провести встречи с руководителями районов с целью выработки единых подходов по активизации борьбы с волками. В целом, по состоянию на 30 ноября 2018 года на территории республики добыто 285 волков, в том числе бригадами волчатников 120. На борьбу с волками выделено из местных бюджетов кажунов чуть больше 425 тысяч рублей, из которых 212 тысяч рублей на выплату вознаграждений за добычу волков. Премирование волчатников осуществляется в Мангун-Тайгинском, Улукхемском, Кызылском и Дзун-Хемчикском кажунах в размере от 2 до 4 тысяч рублей за одного добытого волка, а также в натуральной форме в виде одной головы мелкого рогатого скота или 100 литров ГСМ. Администрацией Тоджинского кажуна принято решение о премировании охотников-волчатников в размере 10 тысяч рублей. Мною организована мобильная рабочая группа, обладающая необходимыми материальными ресурсами, то есть снегоходом, необходимыми там капканами и другими средствами для того, чтобы реагировать на серьезную концентрацию волков. И в частности я организовал по таким-то направлениям, имели успех. Кроме этого, прошу у правительства еще раз повторно утвердить через Министерство финансов четкое понимание позиции, чем вы будете поддерживать, какими средствами будете поддерживать именно стимулирование истребления волков. Совет директоров Банка России утвердил указание о новых тарифах на ОСАГО. Документ только отправлен на регистрацию в Минюст. Этот процесс может занять месяц. Однако с этого момента начинается первый этап перехода ОСАГО к справедливым тарифам. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Изменения касаются трех основных пунктов. Первый – это реформа коэффициента бонус-малус, который присваивается за безаварийную езду. Теперь он будет присваиваться человеку один раз, в скольких бы полисах он не был вписан. При этом присваивать его будут один раз в год, 1 апреля.
течение года этот коэффициент пересчитываться не будет. При новом подходе аварийным водителям сложно будет обнулить свою историю. Допустим, они попали в аварию, им начислили повышенный коэффициент. Но вместо того, чтобы покупать страховку, они ездили с полисом без ограничения круга лиц, допущенных к управлению. А через год, так как они не оформляли полис, их история обнулялась. Теперь такого не получится. Коэффициент будет привязан к человеку. И даже если он не страховался после аварии, на момент покупки страховки или когда его будут вписывать в полис, этот коэффициент всплывет и все-таки удорожит стоимость договора ОСАГО. В 2019 году Республике ТВ на расселение аварийного жилищного фонда из федеральной казны планируется направить 375 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что доля инвестиций в программу из регионального бюджета должна составить не менее 255 миллионов рублей. В новый этап программы переселения граждан из аварийного жилья в Туве включены 368 квартир в многоквартирных домах общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. На строительство нового жилья потребуется более 630 миллионов рублей, из которых 40,5% в порядке софинансирования должна обеспечить сама республика. Глава республики Шалбан Караул рекомендовал Минстрою республики уже сейчас, не дожидаясь утверждения бюджета и правительственных решений по суммам встречного финансирования, приступать к размещению заказов на строительство жилья по программе переселения и заключению контрактов. Для завершения обязательств по этапам 2013-2017 годов в республике осталось построить и сдать 17 многоквартирных домов общей площадью около 35 тысяч квадратных метров для 980 семей или 2605 человек. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 29 копеек, а евро 75 рублей 39 копеек. Компания «Вятский меха Белка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 3 по 10 декабря в ЦУМе. Кызыл, не упусти качественные куртки по оптовым ценам от производителей на ярмарке «Ермак» с 23 ноября по 9 декабря. Аюн Курсети 96. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». ТНТ «Кызыл» представляет. Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гинцати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Кызыл, встречай! Гибоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Компания «Вятский меха Белка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 3 по 10 декабря в ЦУМе. Массовое отравление школьников села Сукпак попало под поле зрения регионального следкома. Накануне в правоохранительные органы Кызылского района республики поступило сообщение об отравлении учащихся общеобразовательной школы села Сукпак Кызылского района республики. Установлено, что днем 3 декабря одна из родительниц угощала школьников 6 класса облепиховым соком, после чего дети почувствовали себя плохо. На настоящий момент в инфекционную больницу госпитализировано 11 детей, где им выставлен предварительный диагноз. Отравление легкой степени тяжести. В наше учреждение вчера поступили 16 детей из образовательного учреждения села Сукпак. Состояние у всех было при поступлении относительно удовлетворительное. На стационарное лечение мы положили 11 детей. По сообщению, проводятся проверки на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работает следственная группа с участием специалистов Роспотребнадзора региона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. К Международному дню инвалидов Национальной библиотеки имени Пушкина прошла выставка «Герои книг в детских поделках». На ней представлены творческие работы учащихся школы-интерната для детей с нарушением слуха 10-й школы города Кызыла. Наш отдел много лет сотрудничает с образовательными учреждениями города. Это школа номер 10, школа-интернат.
На нашей выставке представлены работы в различных техниках. Вышивка, гладью, работы из природного материала, игрушки бумажные, текстильные и деревянные. Бесконечная фантазия. Умелые руки ребят превратили обыденные материалы в настоящие шедевры. На выставке можно видеть героев самых разных сказок, знакомых всем с самого раннего детства. Здесь и Баба-Яга, и Колобок, и Царевна-Лягушка. Полюбившиеся мультяшные персонажи соседствуют с героями тувинских народных сказок, кофейным кроликом и оригами. Аппликация, квиллинг, вышивка, пластилиновая лепка, поделки из макарон. Это мой ученик. Его зовут Давай Тене. Ему 10 лет. Он сказал, что вместе с ребятами слепили героев сказки из пластилина репа. Работы ребят поражают воображение и восхищают. Выставка является ярким свидетельством безграничных творческих возможностей особенных детей. Специалисты психиатрической службы республики выезжают в Кожоны по профилактике суицидов. Клиническим психологом и врачом-психиатром был проведен выездной кустовой семинар по профилактике суицидов среди взрослого населения в Дзунхемчикском районе. Как отмечают специалисты, мероприятие организовано в связи с тенденцией к росту показателя по суицидам среди взрослого населения, особенно в вышеупомянутом районе. Охват семинара составил 20 человек. После статистики клинический психолог провел участникам мини-акцию службы телефона доверия. Рассказала о деятельности службы, о том, какую помощь консультанты телефона доверия могут оказать тем, кто обратился к ним за помощью. А затем слушатели смогли пройти тренинг под руководством специалиста на формирование компетентности родителей в воспитании детей. Тренинг помог слушателям практически понять суть задачи упражнения. Радиостанции «Голос Азии» исполняется 10 лет. По доброй традиции, Первое республиканское FM-радио празднует свой день рождения в формате открытой вечеринки. На этот раз ведущие выбрали музыку, объединяющую мир – джаз, и приглашают всех желающих вместе с ними окунуться с головой в джазовые ритмы. Ну, а для меня этот день вообще особенный, потому что, несмотря на то, что я недавно начал работать на радио, полюбил я его уже спустя 2 недели, как только начал работать. Здесь меня окружают замечательные люди. Это талантливые ребята, каждый по-своему влюбленный в свое дело. Они меня заражают своим энтузиазмом, и вместе мы одной большой командой двигаемся вперед к новым свершениям. Музыкой «Богема» будет пропитан Гранд Холл столичный 7 декабря. Джазовый темп движений на вечеринке зададут признаки. Признанные виртуозы Тува Джаз Бэнд. Есть и те, кто обыденность не приемлет совсем и покажет, что джазовая музыка многогранна и ее возможно смешать с другими стилями. Настоящий неприкрытый этно-джаз-рок представят тувинские соколы группы Хартыга. Помимо уже озвученных артистов, наших гостей встретят и духовой оркестр правительства Республики Тыва. Из Хакасии к нам едет шоу-балет «Under Stress», наши специальные гости, ансамбль барабанщиков «Медехан». Ну и также мы гостей будем встречать праздничным столом с угощениями. Ждем всех! Зал Гранд-Холла «Столичный» ко дню рождения радио «Голос Азии» наполнится прошлым и будет стилизован в духе нью-йоркских джаз-бендов 50-х годов прошлого века. В завершении концертной программы гостей ждут зажигательные танцы. Специальный гость уже готовит для всех любителей танцпола увлекательное танцевальное путешествие в стиле под названием «Электросвинг». Вечеринки в честь юбилея «Голоса Азии», которая пройдет в Гранд-Холле «Столичном» 7 декабря, это уже в эту пятницу, и мы ждем всех своих радиослушателей. Мы надеемся, что придут многие. Тем более у нас будут очень много там подарков. Я понимаю, что день рождения – это праздник, когда мы, по идее, должны получать подарки. Но мы же радиостанция «Голос Азии», и мы работаем для своих радиослушателей. И поэтому мы ждем своих радиослушателей, чтобы сделать им подарки. С помощью входных билетов все гости вечеринки смогут испытать удачу и получить ценные подарки от партнеров вечеринки. Главный приз – увесистое золотое колье. Вечеринка в стиле джаз будет проходить в Гранд-Холле «Столичный» 7 декабря. Начало в 21 час. Радио «Голос Азии» 10 лет. Дорогие друзья, я, актриса Галина Данилова, поздравляю всех слушателей и всех сотрудников и работников радиостанции «Голос Азии» с ее юбилеем.
Я желаю процветания этой радиостанции. Я желаю прекрасных, чудесных, добрых, светлых новостей. А слушателям желаю найти и услышать на этой волне то, что им хочется, то, что им нравится. Я хочу пожелать всем здоровья и счастья. Всего доброго. Здравствуйте, я Георгий Дронов. От всей души поздравляю радиостанцию «Голос Азии» с прекрасным днем рождения. 10 лет. Это уже практически юбилей. Ну, это, конечно, еще недостойный возраст, но все равно гордиться уже есть чем. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете великое дело, поднимая на своей радиостанции и своей радиостанции национальный вопрос, историю национального вопроса и культуру Тувинского края, язык, тувинский язык, обычаи, обряды. Вы делаете очень большое дело. Рассказывайте историю своего народа со своих волн. И пускай волны вашей радиостанции всегда будут легки, ярки и доступны до самых дальних уголков вашей прекрасной родины. С днем рождения! Голос Азии! Ladies and gentlemen, party people, я Пьер Нарсис. Поздравляю вас, Голос Азии, чтобы побольше у вас были слушатели, хорошую музыку. И, конечно, чтобы все ваши сотрудники были всегда здоровыми. Да. Желаю с праздником. Радиостанции «Голос Азии» 10 лет. От всей души я хотел бы поздравить всех сотрудников этого радио с первым большим юбилеем в их жизни. И пожелать дальнейших успехов, развития, чтобы они, как и раньше, продолжали радовать нас всех хорошими песнями и радостными голосами. С днем рождения, ваш Олег Сарыглар. Дорогие мои любимые «Голос Азия», я вас поздравляю с 10-летним юбилеем. Всегда оставайтесь на позитиве, серфите по волнам радио. Мы вас очень-очень любим. Ваша Сайлы Комун. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле до конца декабря в торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам – такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью местами порывы 12-17 метров в секунду. Днем местами до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -28-30 градусов, днем -21-23 градуса. Переплата по займам. Такая маленькая, совсем малышка.
Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В новом номере еженедельника Тува ТВ Инфо читаете. Вечеринка радио «Голос Азии» в стиле джаз в честь десятилетия. День рождения наш, а подарки вам. Депутаты хотели бы видеть руководителя ТЭЦ или как принимался бюджет Кызыла и Тувы. В Кызыле разрабатывается новый комплексный микрорайон Горный. Старые дома под снос. Будет ли Кызыл когда-то чистым, без мусора? Зверские убийства, пьяные водители и чем закончилось ночное посещение подростков в салон сотовой связи. И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.